Всем привет зрителям, подписчикам канала, на канале Телемастер 222. У меня новое поступление. Ну там, по-моему, дней 10 я там показывал, было поступление телевизоров. Сейчас вот еще снова 3, 4, 5 советских телевизоров, 3 компьютера, ну 4 импортных, там, LG, 2 штуки, которые мне отдали, Samsung отдали и... Что-то какой-то один вытеск. Вот. Я здесь не стал ставить, просто убрал в гараж. Вот эти, что свежее поступило. Вот еще вам показать. Новое поступление. Там телевизор Весна 308. В прошлый раз была Весна 306. Сейчас 308. Также рекорд. В-306. В общем-то, мне позвонила женщина, когда прибиралась. Есть, говорит, 2 старых телевизора. В общем, да, когда говорю, оставьте, приеду, заберу их. Вот я был путь, съездил, забрал вот этих 2 телевизора. Также Quartz, мой знакомый коллега тоже по ремонту. Кто-то ему отдал, он говорит, приезжай, забирай. Здесь уже стоит импортный кинескоп, тоже не. Да, но в этом году уже 4-й кварц такой залетает, 51 ТС. Один, по-моему, я разобрал, 2 еще стоят, третий уже. Вот, это тоже, как обычно, крышки нет, шильдика нету на этом телевизоре. Здесь вот самсунговский кинескоп. Тут это килограмму хорошо видно. Интересно, вверху. Также один мне позвонил. В общем, предложил за бутылку 2 вот этих телевизора. Сказал, говорит, они в рабочем состоянии. Так, где? Включу сейчас один. Посмотрим, работает, не работает. Но пока сигнал нужно передать, включать. Пока я не стал включать. Но в следующий раз обзор сделаю. Попробую их на сигнале проверить. Так, у этого кран засветился. Так что... Звук шипит. Попробуем второй включим. Здесь слышится переменка. Скорее всего, уже конденсаторы высохли. Но раз там тоже есть. Или проблемы с блоком питания. В общем, проблемы с блоком питания. Конденсаторы уже высохли. Но в этом вообще еще все чисто работает, только сигнал подать. Это новое пополнение коллекции маленьких телевизоров. Также в течение недели поступило 3 системника. Это мне привез 2 знакомый мусоровщик, который нашел их в деревнях на мусорках. Но они не комплектные. Здесь только видим материнская плата, процессор. Одна память стоит. Во втором блок питания есть. Процессор на месте. Памяти нету. Жесткого нету. Скажу. Третий привезли из города. Он полностью комплектный. Да, я не знаю. Я вообще пока не открывал, посмотреть, что внутри. Ну, здесь компьютер старенький, на 478 сокете, видеокарточка такая, жесткого диска нет, CD-ROM, а нет, да, 2 CD-ROM-а стоит, и блок питания 300 ватт, очень старенький комп. Вот 3 компа.
поступил они. В общем, думал что-то здесь посвежее, но это самый старый на 478 оказался. Вот посвежее это, значит, 775 либо здесь, не знаю, либо М2 или М3. Скорее всего, наверное, думаю, М2. Возможно, такие вот старенькие три компьютера. Также еще говорил, там, по-моему, мне 4 телевизора. В общем, один позвонил. Забрал я LG Samsung. Такие телевизоры 2000-х годов, плоским экраном. Также еще отдавал холодильник, я его брать не стал. Мне он не нужен. Он уже их вытащил на улицу, они в траве стояли. Приготовил на свалку, потом решил позвонить. Говорит, может, пригодятся эти телевизоры, типа, на запчасти. Вот я телевизор 2 штуки забрал, и потом еще поехал в одних. 2 телевизора тоже LG. Такой не обычный, не плоский. На подставке тоже интересный такой телевизор. И Витязь телевизор белорусского производства. В общем, получилось, что 4 телевизора отдали. Так, даром. В общем, народ прибирается, звонят. Приедь, забери. Вот LG один. Он стоял месяц на улице. Не знаю, что там, живое, не живое. Вот такой вот телек. Телевизор Samsung тоже на улице месяц стоял вместе с тем LG. Телевизор Витязь. Естественно, его тоже идет на улице, пока стоит. Тоже шильдик отпал. Плоский экран. Вот они, 2 штуки. Сейчас в гараж закину их. Наверное, скорее всего, не знаю. Может быть, на разбор пойдут. Там видно будет. Один в гараже уже стоит. И я сейчас это уберу. В общем, вот такой обзор, что пришло они тут за неделю. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Телемастер 222. На этом все. Всем пока.